Любишь качественные мультиплеерные RPG? Чтобы бесплатно? Тогда добро пожаловать в Drakensang Online. Здесь ты сможешь создать своего уникального героя, выбивать эпичнейшие шмотки, сражаться вместе с друзьями и все это под отличную графику, которая, кстати, на уровне Diablo. В общем, игра очень крутая. Проходи легкую регистрацию и играй. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Skills Idol, это даже скорее кликер. Здесь мы будем создавать нашего героя, точнее давать ему различные способности, тренировать, короче, его, благодаря которым всем этим тренировкам он получит себе в итоге способность. И начнем с того, что мы будем рубить дерево. Да, он будет тюх-тюх рубить его потихоньку. У него различные есть топоры, но пока что мы это не можем прокачать, потому что у нас, в принципе, ничего особо-то и нету. Поэтому нужно просто рубить, 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 рубить и рубить все это дело и ждать, когда наш товарищ в итоге прокачается, да. И этот процесс, конечно же, не самый быстрый, но, по сути, потом мы будем сражаться с другими персонажами, что, конечно же, очень интересно. Главное, что в итоге мы приходим к какой-то конкретной цели и можем что-то изучить. Жалко, я не могу купить себе... топор помощнее, это было бы очень даже приятно, мне бы я сказал. Woodcutter level у нас всего один, и это печально, будь он побольше, было бы гораздо удобнее. Все-таки мне уже жалко, конечно, моими кликами это дело не ускоряется. Стоп, он получил второй уровень, я думал, полоска пока полностью не закончится, он не получил второй уровень. Ну да ладно, тогда гораздо проще жить все-таки, да? Да. Так, ладно, хватит это, ты порубил, давай попробуем вот это, там нам 20 надо будет в итоге, чтобы все-таки мы прокачались покруче. Да, пусть он добывает камушек, мы будем смотреть, как он добывает камушек. Вообще, это довольно забавно выглядит игрушка, очень похожа на эти, битвы стикманов и тому подобное. Кто помнит, там много всяких роликов, где такие вот человечки просто дрались между друг другом и устраивали просто невероятные баталии, там всякие-всякие пародии были, типа... анимешные герои там в виде стикманов дрались, всякие Наруты, Бличи, там Ван Писы и так далее. И просто всякие мастера кунг-фу друг друга мочили. И довольно забавно это стикмане выглядит просто, но при этом вся эта именно боевка выглядит в виде стикманов как-то прям пафосно, нереально что ли. Ладно, потихоньку у нас парень добывает, майнинг левел у него растет. Так, нам говорят, не рекомендуем идти сюда... суваться, поэтому не лезь-ка, пожалуйста, сюда. И добывай дальше камушек. Да. Еще второй уровень мы не получили, так и это, конечно же, печально довольно. Но в скором времени мы получим это дело. У нас будет второй левел, это будет довольно печально. Печально, господи, что я несу. Довольно хорошо. Довольно печально, если будет получать уровень. Я уже поехавший. Да. Ну, когда ты получишь второй уровень уже, я устал щелкать. Я надеюсь, что мои щелчки двигают эту полоску быстрее. Хотя лучше бы я, не знаю, там нажимал вовремя на пробелы, это было бы гораздо круче. И за это становился быстрее. Или как программист-кликер, я бы, не знаю, там делал. Или мне надо было мышкой так, знаете, утыщ, 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 утыщ. Так надо было выбить, и тогда бы это все было быстрее. Это тогда бы выглядело довольно интересно, как минимум. Так, ну да ладно. Сейчас мы скоро заполним полосочку. Полосочку заполним мы. И будет у нас все круто. Да. Да, круто. Да. Так. Я надеюсь, что желтая полоска у нас все-таки заполнится. И будет прямо найс, 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 найс. И осталось всего совсем немножко. Блин, давай добей себе второй уровень. Неужто это так трудно? Ладно. 20 total. Это здесь борца. Каверинг. Финишит контент. А, эти доски, они, оказывается, у нас заблочены, потому что они еще не готовы, блин. Ну, ладно, майнинг рок. Не-не-не-не-не, я не спрашиваю, хотели бы вы сбросить прогресс? Нет, спасибо, мне такое счастье не надо. Так, ну ладно, давайте дальше очки набивать, почему бы и нет. Придем к чему-нибудь, когда-нибудь прокачаем ему скиллы. Будем мощные, крутые, классные, прям супер красивые и так далее. И все в таком роде. Ну давай второй уровень. Yes! Yes! Этот уровень тебе не рекомендуется. Рекомендуется мне этот уровень. Не надо мне гнать. Я вон третий левел поднял. Мне все хорошо, мне все классно, мне все прекрасно, опасно и так далее.
Так, денег у нас нету, зато полный рюкзак у нас всякого барахла есть. Его бы нам, конечно же, куда-нибудь сплавить. Так, тин. Продаем, копер продаем, получаем баблинское, но его довольно мало у нас. Но у нас есть характеристики, которые, по сути, бы распределить куда-нибудь, но пока еще никуда не распределяем. Мы с другими еще не дрались, и денег пока не хватает на новые ресурсы. Поэтому пока просто дальше работаем и впахиваем и так далее. В общем, ребята, вот такой вот кликер. Надеюсь, вам понравился. Достаточно простой, больше идол, то есть вам придется больше ждать, но в целом довольно интересно, я считаю. Поиграйте побольше, определенно вникнитесь. А на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока!